Что сделать с котом, чтобы он перестал кричать по ночам? Это очень частая проблема всех владельцев домашних кошек, особенно если у них коты. Здесь несколько решений данной проблемы. Первое, если у вас молодое животное, оно достаточно активное, нуждается в постоянных играх, движении и переключении его внимания. Соответственно, чем больше вы нагружаете его в течение дня, тем меньше у него желания кричать по ночам. Второй более радикальный способ – это обратиться к ветеринарному врачу и провести соответствующую плановую операцию или кастрацию, которую также впоследствии может минимизировать его гуляния и возгласы по ночам.